I am finally repotting my root-bound, overgrown bird of paradise into a new pot. I think this will be super difficult because the plant is 3 meters tall, it is very wide, and one of the plants has damaged leaves, so we'll have to check the roots and see what is actually going on. If you're interested in the whole process, keep on watching the video. Hey guys, I'm Elena. For those of you who are new to my channel is called Expats and Plants because those are the two things that I really like. On one hand, expat lifestyle, and on the other hand, growing an urban jungle in my Ukrainian apartment. This video will be about repotting my Strelitzia. It's been something that we've been planning for a while, and when I say that we are gonna do it, actually, you know, we ask people from the nursery to come and do it just because of the plant's illness and how big the plant is. So it is looking very intimidating. I think the next time when we need to repot it, we can do it with my husband together, but because this was the first time, you're like, let's get some professionals. Before we dive into the video, I wanted to suggest you to subscribe to my channel. I blog about the Ukrainian lifestyle told by an expat, and sometimes I film videos about my urban jungle. So if you're interested in that kind of content, consider supporting my channel and hit the notification bell so you would see every time when I post videos. Да, но маленькие, правда. То есть вот эти все вазончики, которые на столе, это пересажено самостоятельно. Да, да, да. Вот я сейчас их положу в этом порядке, но потом это будет те, определить и сразу буду. Начинать сможем еще здесь мы сейчас, в принципе, здоровы, вот здесь еще другие, вот такие яркие. Это молодолиния. Снизить нагрузку растения. И это у нас тоже молодолиния. Саша, смотри, крепление растения, как это будет потом дальше. То есть у нас бери, я буду брать его. Получается, если у нас есть растения, на растении листья с такими изменениями, это своего рода мертвая ткань. Uh-huh. Правильно? Так как это мертвая ткань. Вот да. Ставь. Припалили, вода распределялась по краю вазона, правильно? Ну, мы пытались его пролить и по краю, и по центру, у нас есть специальная леечка. Да, вот у нас получается повреждение листа при поливе под ствол. Ага. То есть вот это опахало листовое, оно уже поврежденное, видно, да? То есть идет процесс сразу же. Подпривание, которое переходит потом в гниение. Угу. Поэтому при поливе стараемся воду направлять по краю, не лить под ствол. Понятно. Здесь основная масса корней, чтобы не было потом проблем. Так, все дальше осматриваем. Сейчас, 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 сейчас.
Сейчас смотрим, что здесь. Это ткань старого листа. Сейчас я покажу, что у нас здесь. Запах прелости чувствуется. То есть вот сейчас после пересадки растения не поливать в промежутке 2 недели. Если посмотреть, да, по строению корневой, эта часть более здоровая, и верх у нас более здоровый. Да. Значит, там, где было суши, где вода не попадала, там у нас растение. То есть вода – это сила, неимоверная, которая дает дым растению, но в то же время она может быть причиной болезни растения. Так, что у нас здесь появляется? И здесь у нас появляется. Корневая жесткая, здесь, в принципе, все крепкое, так что хорошо. Сейчас посмотрим, низ крепления как здесь идет. Запах прелости присутствует. Сейчас сделаем обработку этой части. Все, растение идет на новый объем, в котором будете поливать очень редко. Перекрепим растение чуть позже, Саша. То есть это мы присыпаем. Так пожелательно делать с теми растениями, у которых... Ну, во-первых, в любом случае, если оно сейчас активно болеющее, сделать такую пересадку – это большая травма. То есть нужно, наоборот, ускорить процесс ухода растения. Перемен поднимется по сосудам растения, усвоение изнутри. Свежий грунт, он обогащен питанием, значит, 1,5–2 месяца кормить растения не нужно. Поливную воду нужно будет добавить корневин, пока стимулировать образование новой корневой системы. Теперь мы подходим к этому творчески. Принимаем в этом все участие. Давай вот здесь крепим. Смотри, как хорошо можно будет. Чтобы свет попадал. Не очень. Почему не пучка? Почему? Липучка я полиэтилена. Она на полиэтилене, а полиэтилен для дыхания не совсем хорошо. Так. Теперь мы нужно вот этот лист. Так, чтобы они открывали друг друга. Это одно из наших таких самых больших болей, потому что все листики, они собрались один на другой, и мы не знали, что делать. Если не нравятся эти завязки, их можно поменять, привязать листья так, как вам удобно. Ну, с учетом того, что растение можно освещение, да? Нам вообще другие вот так, да? То есть у нас круг, по которому мы можем распределить листовую пластинку. Это хорошо.
Прелестно, прекрасно. Обрезка концов листьев от пожелтения, в принципе, она ничего не дает. Мне очень нравится. Жень, как тебе? Как вы наши смотрите? Очень хорошо, очень красиво. У вас новое растение, теперь пойдет процесс следующий. Отодвигаем пока его в сторону. Сейчас я вам поставлю сюда по себе. Thank you so much for watching, guys. I hope you liked this video. If so, please like it. And if you found the channel interesting and you want to see me in some other videos, don't forget to subscribe and hit the notification bell so that every time when I post new videos, you will be notified about them. I hope you have a nice day and I'll see you soon. Bye-bye.